Извиняюсь, просто еду в тюрьму, там меня ждут уже, ага, ничего, причащаться, ничего, а то бы мы это, отменили все, но, как у нас говорят, гости от Бога, поэтому... Ну, понятно. Спасибо. Плюс еще потом в больницу. Завтра отец Григорий с нами. Тогда завтра. Завтра, да? Отель. Очень да? Хорошо. Хорошо, очень. Да, да. Нет, сейчас я пока сейчас объясню, здесь, что у нас здесь. Да? Сам святой Давид, отец Давид, он был... Один из 13 сирийских отцов, которые по благословению Божьей Матери из Сирии пришли к нам в Иверию. Это было как бы третье просвещение. Друзья. Первое просвещение – это Андрей Первозванный, Симон Кананит и Матфия. Они оставили эти очаги христианства. Второе – святая Нина, 4 века. Она уже крестила царский двор самого царя. А третий, вот пришли сирийские отцы в 6 веке, они уже основали здесь монастырь. Во главе с Яном Задознийским. Ян Задознийский был друг, духовный друг Симеона Столпника. Когда они шли сюда, в Грузии, из Сирии, они взяли благословение Симеона Столпника. Вот, когда сюда пришел отец Давид, здесь был дикий лес, гора, а сам город был вот там внизу, Куры. Старый город, вы еще там увидите. Сионский храм. И вот отсюда он спускался, город проповедовал. Но один раз, как произошло такое искушение, одна женщина обвинила его в прелюбодеянии. Беременная женщина. Это такой достаточно известный факт. И он спросил ребенка в чреве, говорит, кто твой отец? Он тот указал на одного кузнеца. Ну, разъяренная толпа камнями закидала эту женщину. Отец Давид на это как бы на этот шаг ушел отсюда в Давидгородческую пустынь. Это там уже на границе с Азербайджаном, Давидгородческая пустынь. Вот, с 6 века здесь это место было такое пустынное, и эта гора называлась Давидовой горой. Но с 10 века здесь было подворье Святогорского Иверского монастыря. И отсюда собиралась помощь, отсюда собирались иноки, миряне на паломничество. И отсюда уже шли на Святую гору. Поэтому эта гора называется Святая гора. Та Цминда. Та гора Цминда Святая. И вот с 10 века здесь при монастыре было захоронение иноков, потом царей, потом благочестивых общественных деятелей. Вот сейчас вот могила Александра Сергеевича Грибоедова здесь. Да, там начал задумываться, мне доверили
проблема пересадки сердца. И вот начал думать, что такое можно, нельзя. Вы были не хирургом, да? Да. И я остался. Сейчас патриарх благословил нам строить православную больницу, такую хотим. Вы там будете практиковать уже, да? Да, да, да. Ну и сейчас практикую. Многие врачи, которые там сочетаются в священство и практику. Пойдемте. Илья Праведный. Тоже святой наш. Грузинский православный. И Ефимий, человек Божий. Супруга, кстати, у него была Ольга. Да, Нина Полторацкая. И вот Илья Праведный, то Ольга, тоже русского происхождения. Вот здесь храм у нас Иверской Божьей Матери. И здесь же находится пещера Святого Давида. После того, как он отсюда ушел, здесь забил источник. Сейчас вот здесь купель, мы здесь на крещение. Для крещения. И крестик. Да, да, да. И крестик. По русской традиции я сюда подал. Мне часто не разрешают. Хорошо. Лавра вот здесь делает лавра 50. Я думаю, завтра мы Картулерис гза, дорога грузинского народа, Христес гза, это дорога Христа, Эклияни гза, тернистый путь, Чварцмиса да, Гардаували Аутгамиса, это путь распятия и непременного воскресения. Без слова президента Святого Гомса. Возник такой период, когда нашествие Тамерлана было уже. Тамерлан и все враги напали на Грузию. Так же получилось, что окружили город. Город был за крепостной стеной, но предательски персы открыли ворота врагу. И так получилось, что враг взял кафедральный собор, снес это, как называется? Джалаль-ад-дин был, да, такой этот. Такой деспот. Сионский храм. Сионский храм он снес, у него, как это называется уже по-русски? Кумбати, да? Да. Купол. Там воздвиг вот для себя такой, как бы это, диван-кровать, и оттуда наблюдал. И вынес из Сионского храма икону Божьей Матери, икону храм. Спасителя. И на Митехском мосту икона. Поставил и сказал людям, вот там 100 тысяч было жителей оставшихся, кто, говорит, ну, скажем, кощунственно плюнет на икону, того оставим жизнь, даже отблагодарим, а кто нет, тому будем рубить голову. И вот 100 тысяч мучеников, мы 13 ноября отмечали этот праздник. Несколько дней продолжалось вот это мучение, несколько дней. Вся кура была в телах мучеников. В 1917 году при патриархе Кирионе была возвращена автономия грузинской церкви. То есть до этого, после присоединения Грузии к России, здесь был экзархат. То есть грузинская церковь не имела автономии. В 1917 году она была восстановлена, а в 1918 патриарх Кирион был мученически
убит, был расстрелян. После него патриархом стал Амвросий, его ученик, бытность Кирилла Патриарха, он был архимандритом. В 1928 году, после продолжительных мучений в тюрьме, по выходе уже из заключения, он через два дня скончался. И тоже почитается грузинской церковью как новомученик, как исповедник веры Христовой. Город Киров, бывшая верфь. Вот. Что пишут иконы наши художники, храм расписывают, иконостасы. Дидихан Яхо, Хатхен, Амаскан, Ирадат Хо, Дидихан Яхо, Мухатарасы. Я, кстати, тут третий год здесь преподаю, вообще тоже в России учила. Что, в Загорске? В Загорске, да? Они тоже где-то... Третий курс в основном. Там отец Филадельфа, знали? Сэр Филадельфа, нет? Да. Это наш Вятский. Да. Вятский, отец Филадельфа. Да. Это холостяк Николай Клюников. Да. Он был рядом с вами? Конечно, да. У нас очень сложно. Ирина Алексеевна. Нас тут нам обелова на пьем. Котеване, да? Котеване. Так, а место, где она пострадала, это где-то далеко, нет? Она в Персии пострадала, Персии, да? А голова предположена, ну как-то в Алаверде под алтарем должна быть. То есть а так никто в Грузии, не... да? Там? Да, за Восточной Грузией. Восточной Грузии. Ну вот и с Котеване познакомились. А вас девушка как звать? Майя. Майя, да? Майя. А вас? Кванца. 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 Интересно. А вас как звать? Теона. Как? Теона. 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 Божественная, да? Божественная. Вот там был человек. Ираклий. Ираклий. И Марика. Марика. Марика, да? Мария. Мария. Ну, успехов вам в вашем святом деле. Что за богослужение считается? Спасибо. Писание Кодом Бога. Спасибо. Спасибо. Батюшка. Вот здесь наш святейший теперешний, наш патриарх Грузии, я второй наш духовный отец. Он любил вот здесь сидеть. Здесь он жил, проживал, когда его избрали. Это горело патриархия, начался пожар. И он бросился молиться. Все его тащут, вот, а он упал и молится. И пожар прекратился. Со Стаули Мохтамаш. Это было 14 апреля, день знаний, день грузинского языка, так сказали тогда, называли, вернее, он ввел этот праздник. И вот в этой патриархии он всегда вечерами выходил, сидел. И мы приходили при нем, до него. Церковь в 6 часов вечера уже закрыта была. И вот как избрали Илью Второго, и вот вечером бывало, здесь так хорошо было. Здесь полно людей жило тогда. Евреи, армяне, все жили. И на верте жили всякие, все. И вот святейший так добился, что здесь все расчистили, им дали хорошие квартиры. А здесь вот этот, видите, благоустроенный двор сейчас. Здесь у нас, правда, одно время розы были, такой сад был. И святейшему привезли это из России и сказали, что эти розы не примутся, 36 роз. А он вот нас заставил, почему я знаю, нас заставил сажать, мы сажали. Он: благословляйте каждую розочку. Вот так скажите, Бог да благословит тебя, Бог да благословит тебя. И все 36 роз принялись. Тут такой дивный сад был. Вот это все живущие вокруг удивлялись, как во дворе вот так цветут эти розы. Русский язык, да. И вот отец Шалов у меня даже в любимчиках ходил, какие мне. Этот, за Загвадьяев. Ваня, белка. Салфиарный.
хотел. Саугуми Сулару, Аркасода. Это был бывший брат. Вятка, Киров. Киров, да. Никола Великорецкий монастырь. Я учился в Петербурге. Владыка, он святейший патриарх под Кириллом. Сапожник, вот так, как сейчас просто говорит. Так красиво здесь тоже все было. Это сейчас открылось. Вот сейчас, как бы ему плохо ни было, как бы он всегда с людьми. Он всегда осерый. Он такой патриарх, который постоянно служил. Столько, наверное, Алексей II только у вас служил тоже вот в таком количестве. Хотя болел и все, но наш патриарх, вот Грузия проснулась. Вот он часто, когда я отсюда из Сиони было такое, и сейчас, когда в Троице служит, когда выйдет, а тут кого-нибудь простого человека возьмет и на трапезу себя приглашает. И здесь он так делал. Вдруг мог позвать кого-то и вот так на трапезе, да, посадить с собой, блин, за трапезой у патриарха сидеть. Он тем самым утешит человека, да, 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 духовную, да, силу. А он еще, помню, на Благовещение у нас сходила одна старенькая учительница, еле приходила. И вот он проходит Благовещение, такой великий праздник. Останется у нее, я вас приглашаю к себе. Она там чуть не упала, думала, что ее не замечает он даже. А он пригласил, он говорит, на Благовещение хоть одного человека надо обрадовать. Обязательно. Такая была радость, там не только ей, мы все обрадовались. И еще между меня дорожка. Откуда? Тихон. Мурас. Да, храм, конечно, величественный. Ну, наверное, он будет еще расписан, да? Да, да. Расписан, потому что стены. Да, ради проблемы. Это икона нашего патриарха, писанная, называется Иверская икона, Богородица Иверская. А рядом икона тоже Богородицы, стоящая возле распятия Велещая Богородица, как называется на грузинском. Это писанная именно для нашего храма. Очень красивая и интересная грузинская тоже Богородица, называемая Тиес Лаза. По жребию Богородица стала, должна была приехать в Грузию. Но она уже в годах не смогла сама приехать. И вот послала Симона Канского, Кананита Симона, и Андрея Первозванного. Они доехали до Грузии, на западной части, где сейчас Абхазия, наша потерянная часть Грузии. Ну, тогда не смогли распространить религию как всеобщую государственную. И вот Симон Кананит скончался на территории Абхазии. И вот там покоится сейчас. Это Нижняя церковь посвящена Благовещению Пресвятой Богородицы. Обратили внимание, что Троицкий собор в Тбилиси чем-то, ну, по своей конструкции, устройству напоминает храм Христа Спасителя, который тоже имеет нижнюю церковь. Здесь Благовещенская, там Рождество Христово. Вот такие параллели. Это тоже как бы общее, что-то общее здесь прослеживается. По культуре был детский сад, был, школа была какая-то. И здесь был маленький деревянный церковь, которого снесли. Считали, что это пережиток старого времени и не стоит. Назывался место гора Элия, Элия Тесбитского, пророка Элии, имя носила гора. И этот деревянный церковь тоже был в части, построен в части Или пророка, да? Потом уже вот обновили, построили сначала этот храм,
в честь Илья Пророка. И после уже построили наш большой храм. Дарина, да? Мама, скажи, утверждай это. Исповедание именно здесь. Да, Хитон именно Господень. Здесь, и Хитон Господень. И это место указала Святая Нина, когда она пришла, Святая Нина Каппадокийская, когда она пришла в Грузию, чтобы крестить эту страну, она указала царям Мирьянам место захоронения релихвии, святой релихвии. И решили построить собор вокруг могилы Хитона Христа. И выбрали это место. По преданию, мы знаем, что святая Нина увидела во сне Богородицу, которая дала ей крест виноградных лоз и сказала ей, что есть такая страна Иверия, где хранится хитон Христа. И надо крестить страну. И поэтому, она, когда она проснулась, Нина держала в руках крест, отрезала волосы, обвязала со своими волосами этот крест и потом пришла в Грузию. Она это было в 327 году. Уже царь Грузии официально принял христианство как государственную религию. И вот тогда построили здесь первый христианский собор с названием Святой Цховей. С 4 века до нашей эры, до 5 века, был этот город политическим центром Восточной Грузии. А потом стал уже, после принятия христианства, стал уже и религиозным центром всей Грузии. Инициатором строительства храма был католикос-патриарх Грузии Мелькиседек. Фрески были побелены с известью. А потом в 70-х годах 20 века опять очистили эти стены при коммунистах. Но фрагменты фрески 11-го и 14-го не сохранились. Только там маленький фрагмент. Посмотрите, там наверху на потолке. Все стены были покрыты. Высота собора 54 метра. Сторона алтаря маленькие часовни. Слева часовня во имя святого Николая Чудотворца. И там, и там. Они имеют престол эти часовни или не имеют? Или просто часовни? Часовни можно проводить. Литургию можно. Да. В двух алтарях одновременно можно В 14 веке здесь пришли монголы. Сам Тамерлан в этом соборе был 8 раз. И во время последнего нашествия Тамерлана были подрублены фундаменты всех опорных колонн. Вот абсолютно все колонны были без фундамента. Он думал, что разрушится, рухнется. Но посмотрите наверху, какими там, посмотрите, какие были эти. Макет Иерусалимского храма 14 века. Раньше этот купол был позолочен. А потом, когда здесь был Тамерлан,
Он украл все золото, к сожалению. Существует такая версия, только версия, они подтверждают это, что в этом купеле, возможно, в этом купеле крестили царя Миряна и царицу Нану, первого христианского царя. Сховели. Детский календарь или детская? 2005 года. Да, детская не да. А он? Это что такое? Это песни пения. Вы нам? Да, вам. Я не готов. Ну, мы послушаем вместе, ничего. Да, да, вот можно потом в отверхи, с отверхи взять еще несколько. Это старая икона Селецкого или... Оригинал у нас, ну, Сабинин, который... Сабинин, он русский художник, да? Который жил в Грозии. Да. То у него 4-5 икон, которые остались у нас в оригинале. Святой Нина, Богородица, Святец Ховели. Несколько, вот три, по-моему, Богородицы. А тут отдыхает, да? То есть он потерял здесь на него. Да, вот у нас почему-то. Тут баня маленькая, да? Которые открыли. Первая литургия Святейшего после интронизации 77 года. Поспокойнее, ага. Я пришел в церковь в Петербурге. В Петербурге, да? Да. Ксения Петербургская, моя первая, которая подошла. То есть я тоже начинал духовную жизнь в Питере. Я крестился там в 86 году. Мы с Геннадием учились вместе. Родственные души. Да, родственные души. Питер, он интересный был, конечно. Остался в Питере, понравилось мне. И люди очень понравились сразу же. И начали жить там. Сразу, как... То есть ваша духовная жизнь там началась, да, в Питере? То есть моя тоже получилась там, что я первое причастие получил в Петербурге. У как раз Серафимовской церкви моего отца в России. Это был 86 год. 86 год. И отец Василий так
Я подошел к нему, он сказал, что придет время, тебя призовут. И через 2 года я принял священство, через 3 года. Да. Ну, спасибо, Субочка, вас. Ну, будем рады, если Бог благословит еще вас побывать. Мы всегда рады. С вами пообщаться. Мы всегда рады. Счастливо. Мои звёздки. Как вы здесь живете? Помощью Бога хорошо. Сколько сестер, матушка, в монастыре? В монастыре сейчас 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. Элазе диди зала, винт шемзгоди тари натия, кисит зевс. Кисит гация булия, эхла мама умцерил, мама умцерил, мерц. Тхове ариха, мишвели. Какой храмик интересный, маленький. Как русский храм, иконы русского. Храм Схетского Ольгиного монастыря посвящен святой великомученице Екатерине и равноапостольной Ольге, просветительнице Руси. Мы очень любим Серафима Саровича. Сергий Радонежский. Уголок Святой Руси на Юрской земле. Здравствуйте. Монахиня русская, нет? Из России. Из России. Он стоит в Москве. Как ваше святое имя? Мы из России, из Вятки. А вы родом откуда? Краснодарского края, да? Хорошо. Сколько у вас здесь русских монахинь? Четыре. Четыре, да? Старухи. Ну, четыре старицы. Старухи, старицы. Хорошо. Уже вымерли все. Ну, что делать? А первая основательница Ольга, она была из России, да? Ольга, которую постригли здесь. Ольга. Она Горнич, ее фамилия была. Как? Горнич. Горнич. Значит, тот край. Западный край. Западный край. Западная Украина, да? Наверное, да. Ага, ну с Украины, наверное, основательница монастыря. Mm-hmm. А была ли она игуменей? Да, она была игуменей. Была игуменей, да? Горнич, фамилия Горнич. Mm-hmm. Монашестве. Ну, передайте благословение из России. Спасибо всем русским. Спасибо нашим сестрам. Спасибо Вера. Ага. Мать Анну, Веру и сестер монастыря. Козмана. Козмана, здравствуй, Козмана. Ох ты как твой волосы. Волосы. Не кусаешься, нет? Хороший. Ослик. Козмана. Ослик Козмана. Здравствуй. Дорогой труженик. Монастыря. Помогает монастырю, да? Он, можно на нем что-нибудь возить, нет? Возить на нем что-нибудь можно? Возить. Возить. Что, хочешь укусить меня? Возить. Поздороваться? Ну, давай. Ну, давай. Давай сфотографируемся с тобой. Вот так. Ну, давай. С Богом. Будь хорошим, будь послушным. Я хоть плохо пою, но спою для вас. Утверди Боже. У нас есть такой друг певчий. Утверди Боже святую православную веру православных христиан во век века, во век века.
простите, может быть, где-то... Да. Господи, ну, отец, командуй. Слава Богу за все. Ава, радоваться, конечно, да? Чудоба. Вот это тропа Устенья, да? Царская, да. Да? На, Труба. Это новый храм, он построен и освящен в прошлом году. Патриарх Илья II благословил именно на реке построить храм, чтобы здесь совершать крещение. У каждого храма должна быть своя изюминка, всякая духовная составляющая. Вот этот храм как раз тому пример. Настоятель, архимандрит Иоанн, наш друг, и да, который с его молитвами, стараниями мы увидели православную Грузию, святыню Грузии. Очень приятно. Из России, из Вятки, ближе к Уралу, Уральские горы. Там трудно уже? Храм суровый. Физически у нас в такое советское время был ветлаг, печально известный. Там ГУЛАГ, ветлаг. А, знаю. Зона, да? Да, зона, да. Там тоже приходилось мне служить. И тюрьма А время коммунистов там, и, наверное, и священники. Да, конечно, и священники, и там деятели культуры, многие там побывали. Вот. Но я сейчас служу в монастыре 7 лет. Там образовали монастырь, и меня на месте стало. У нас 7-8 человек. Диакон. Я там иеромонах один, иеродиакон, три монаха, один послушник. Молитесь. Хорошо. Мы очень молодые, очень поддержка, духовная поддержка нам нужна очень. Будем надеяться. Спасибо, Господи. Вы тоже упоминаете Тихона с братьями. Спасибо. Или здесь, или в другом монастыре. Посмотрим, там еще большой монастырь. Здесь монастырь поменьше, да? Ну, церковь меньше. А я здесь живу один, так тихо, мирно. Я тоже люблю маленькие храмы. Да. Так трогает меня. Это отец. Элисе, наш друг, наш брат. Монах, да? Да, монах. Да. Монах. Вот. Тихо. Меня зовут Тихон, Гурин Тихон. Из России, из Вятки. Это мои спутники. Патюшка, отец имущество. Имущество, да. Вообще, чем угодно, не будет у нас. У меня чата наш монастырь. Духовный, духовный чат. Чат, вот эти. Вот там. То есть их фотографии держат, чтобы там всегда помнить, молиться. Да, молиться. Да, благослови его. То есть они кто-то. Это у меня люди.
Мать, ваша мама. Да, моя мама. Это вы с мамой, да? Да, да. Это я 2 года был, у меня был 2 года, когда мать умирала. А то есть ваша мама почила, да? Да. У меня 2 года было, в 77-м году умерла моя мама. Ама ერთი ფიალა და ღვინო არ ჩამომიტანე რა იმაშია იქეთ არის იმ უჯრაში ერთი ბოთლი შავი ღვინო და ფიალა აქ არის და ერთ ფიალი დავალევინე ხო შეიძლება ну у нас такая-то вот один келья другой оно 5 монахов монахов свои кельи что это просто благословить. За нашу веру. За нашу веру, как по кругу пустить? Да, может, да. Но это до конца надо быть одну. Нет? Мы сейчас в Кахете приехали, в Кахете. Здесь у деревенских жителей купили фруктов. А гранат, вам ничего не достался? Виноград. Едите, держитесь, все. Нас угощают чачей. Пожалуйста, подходите. Чача – это виноград, по-гречески раки, караки. Такая виноградная гранат, водка, да? Да? Виноградная. Очень гостеприимные люди. Нас называют генецвали. Генецвали. Что означает «любимый, дорогой». Генецвали. Спасибо. Едем, да? Эй, мои цардами левее, да, ахши давли. Спасибо. Эй, цардами левее, да, мои давли. Как я понял, период был период, когда храм, монастырь был закрыт. Да. Был закрыт, да. В храме здесь был этот удобрение хранили. Да, потому вот все было по пояс, вот ничего не было видно, там все черно было. А потом уже вот этот киот уже при нас уже матушка заказала и сделали. Вот. А в каком году монастырь возобновил свое служение? В 92-м. Да. До этого матушки русские здесь 6 человек подвязались. У них у всех был туберкулез, потому что не было воды здесь, в монастыре, и не было условий жизни. Вот, когда уже матушки из Абхазии их выгнали, вот эти матушка Теодора, Тамара, вот наставницы, они уже потом стали за ними ухаживать. И последняя уже в 2003 году скончалась, матушка Нина. Она была с Украины. Даже я застала ее ухаживать. Ну, а сейчас в монастыре много ли сестер? 30 сестер. Настоятельница игуменя? И Феодора. Феодора. Да. Этот храм постройки 8-9 века. Он был перестроен в 14 веке. Фрески выполнены в 19 веке. Вот какая святыня имеется в грузинской церкви. Исправной слушательнице Слова Божие и подвигом святых апостолов подражательнице, залог благословения Божией Матери честный крест, принявший его в стране и весть его друзивший, благодарственное хваление воскресуем тина. Святая равноапостольная Нино, ты же яко и мощное дерзновение ко Господу, непрестанно молящийся избавить нас от всяких бед и скорбей, да с умилением благодарственно зовем тебя. Радуйся, святая равноапостольная Нино, просветительница Грузии. О святая и предивна ранопостная Нина, воистину великое украшение церкви православные, изрядно похвалу народу Божию, всю страну Иверскую божественным учением просветившая и подвиги апостольскими врага нашего спасения победившая, трудом и молитвами
насадивший здесь вертоград Христов и возвращший его в плод мног, празднующий святую память Твою к честному лику Твоему, честным мощам Твоим притекаем и благоговейно лобызаем всехвальный дар Тебе от Божией Матери чудотворный крест, Его же Ты обвела Иси дорогими власы Твоими, и умильно просим яко присную предстательницу нашу, огради нас от всяких зол и скорбей, вразуми врагов Святой Церкви Христовой и противников благочестия, охраняй стадо Твое, упасенно Тобою, и молись о благах Бога, Спасителя нашего, Ему же Ты ныне предстоишь, и да дарует православному народу нашему мир, долгоденствие, и во всяком добрем начинание, поспешение, и да приведет Господь нас в небесное Свое Царствие, и держи все святые, славословит все святое имя Его, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вы Ирина, здесь живете, Ирина, да? Ирина, матушка Ирина. Да, мы дежурные здесь. Дежурим по очереди, да? Да, по очереди приходим. Так, но постоянных нет здесь? Нет, постоянных нет. Благословения нет от патриарха. Раньше ну, конечно, было, но сейчас уже нет. Так, искушения могут быть разные. Да, да, были тут какие-то неприятности, так что... Так что отменяется. Тебе не будем строить келью источнику. Мы будем испытывать. Все? Сколько у вас келью собирать? Четыре. Все? Купаться? Да. Я думаю, да? Вначале хорошо, мужчины. Я сейчас поднесу эти питоны. Вот, питоны. Вот, питоны. А, даже как? Это 9 прочных на ситуации. Ситуация, да? Здесь у него была килия, да? Вот, надо будет там задать. Сначала сюда и сюда. И сюда выйти, да? Хорошо. Вот здесь разрезка. Так, тут про внешнюю. А по преданию здесь Нина ее келья была, да? Нет, не здесь. Это знаете, где ее келья была? Вот вы были наверху там в монастыре? Да, да, да. Вот это маленькая церковь, это же большая церковь, она во имя это, святого Георгия Великомученика. И вот где святая Нина под спудом находится, вот это была ее келейка была. И когда она скончалась, потом царь Мирен построил на этом месте. Первая церковь была деревянная, но она потом сгорела, и в V веке уже каменную сделали. Это при царе Вахтанге Горгасале. И вот с тех пор потом она периодически, это первая была вот эта, значит, маленькая церквушка, где святая Нина сейчас находится. Потом а потом уже пристроили вот эту церковь, она с 7 по 9 век шла, эта перестройка. И вот то, что сейчас вы видите, вот это старинный вид, какой был вот. Который сложился к 8-9 веку. К концу 9 века уже закончился. Да, вот эта вот эту форму уже к концу 9 века приняла эта церковь. Мы только что выехали из Бодбе. Вот и перед нами Алазанская долина за горами виднеется. И город Сигнаги. Когда турки захватывали эти земли, они не могли взять город и назвали его неприступный город. Батюшка, этот Луарсан, наш брат, изучает старые, где-то древние церкви, священников, кто жили на каком месте. История. И старые фотографии. Старые фотографии. 19-20. Я не знал, что я сейчас встретим, но очень обрадовал, что... Ваш друг. Сигнаги – это маран, так называется, где вино,
народное, так, сигнальское вино. Ну, хозяин американец. Хозяин американец. Да, ну, он живет, зять. Женился на зять православный, все. Женился на грузинке. Вы знаете, как это? Он, по ходу расскажем. И он даже, вы знаете, Забелин. Нет, учитель Ивана. И он представляет эту школу. Это учитель. То есть Иоанн это ваш друг, да? Да, да. То есть он где живет? Он здесь, к сожалению, он гости сейчас в музее. Чем же там ведет? Илья и Иоанн. Илья Фетенков, наш друг сейчас в Москве, я думаю. Ого. И там вместе работают. У нас тоже три монастыря иконописная мастерская. Я сам в прошлом художник, поэтому я люблю живопись. Да, да, сейчас я... Это они представляют реализм, это русский реализм. Один человек в Грузии, кто изучает древние фотографии священника. Только один человек. Не только я, а коллега Георгий тоже. Ну, ты начал. Чем надо? Сергей говорит, что 300-летний маран там. Погреб. Нет, погреб. Сам занят. 300 лет есть погреб, да? Да. 300-летний. Выращивают и производят, да? Да. Цельцать не без меня дроз, буйнок знобс, арачоула, приватхаус. Каждый... Год, каждый, ну, тельтадис позадрос. Все одно и то же температура, вы так хотели, да, сказать? Во все времена года. Где-то плюс 2, плюс 4, да? Так. Нет, чуть-чуть больше. До 12 градусов. До 12 градусов. Так. Мне шапочку грузинскую предоставил, шапочку своего человека. Настоящий грузин. Черное вино попробуйте. Нет, мы используем только грузинские сорта. Все сорта винограда, которые мы делаем, из которых мы делаем вино, это все наше собственное. Мы не покупаем виноград. У нас пока что только два региона. Это Картли и Кизири, наша Кахетия. У нас есть 7 сортов винограда, 3 белые, 3 красные и 4 белые у нас. Первое вино, которое мы будем пробовать, это самый распространенный сорт винограда, который называется Аркадий Хели. Это кахетинский сорт винограда. Вы его тоже очень хорошо знаете, еще с советских времен. Но вот сейчас то, что вы попробуете, это будет совсем-совсем другое. Она настаивается по старой грузинской технологии в квеври. Квеври – это глиняной кувшин, закопанный в земле и обмазанный пчелиным воском изнутри, для того, чтобы воздух не проникал туда и не происходило окисление вина. Это кадикали. И в таком случае вино, наше вино может храниться где-то 25 лет. Глоток. До конца, батюшка, тогда наливаем. Вылим пока. До конца, потому что другие сорта попробуем. Да. Ага, это вино. Тема так обрадовалась. Спасибо. Мы любим Америку, а вы любите Россию. Да, это точно так. Америка тоже великая страна. Тоже народ страдальный. Очень царь. 11 сентября, после когда услышал трагедии, я сразу понял, что народ Бог посетил, потому что иначе бы такую трагедию не мог перенести, скажем, конечно, народ, который не имеет силы духовную. Конечно. Дал возможность американский народ думать, что главное. Что пусть... атака могла теряться. Слава Богу. У меня друзья в Платино, в Америке, там, где отец Серафим Роз был. Роз, ага. Они там праведские вот это отцы. Иоанн. Отец Герман, да, сейчас старец остался? Герасим. Герасим, да? Герасим был. Сейчас Иларион. Отец Герасим сейчас подготовится. Наверное, он будет епископ Аласки.
поехали. Ну и что же они, пятки говорили? Там, хороший, говорил про пятские отцы. Хочу вам рассказать. Это что? Иностранные люди. Вы и американцы из Америки, из России, грузины. Я сказал, вчера тоже сказал, сегодня сказал, если хочешь жить хорошо, давай приезжай в Грузию. Сказал, вот мне это, вот такое я показал. Стена где походила, которая валилась? Это впереди вообще закрыто. Закрыто было, да? Ну, просто как арка или как заходили просто. И шли. Понятно. Потом землетрясение открыли. И эта часть упала? Да. Упала. Угу. Раньше здесь был город. Посвящена Успению Божьей Матери, ее начал строить Георгий III, отец царицы Тамары. На этом кресте мы имеем изображение святого Георгия III и царицы Тамары. Царица Тамара держит в руках макет церкви, то есть он передал ей строительство церкви. И уже она заканчивала постройку этой церкви. Пристроены храмы, где царственные инокини через оконце, идущие в храм, слышали богослужение и приносили свои искренние молитвы. Здесь есть источник, называется «Слезы святой Тамары». Молитва монашествующих должна сопровождаться всегда слезами умиления.
Хатакири. Здесь царственная инокиня и окончила земной путь свой. Неточных сведений о месте ее захоронения. То есть мне говорили, что когда совершали погребение царицы Тамары, строили несколько гробов и таким образом как бы специально скрыли ее место захоронения, чтобы иноверцы, которые притесняли часто в Израиле Грузии, не могли надругаться над ее святыми мощами. Поэтому в Грузии нет святых мощей, они сокрыты, наподобие мощей пророка Моисея, так промыслительно. Ну и в предании грузинского народа существует такая вера, что царица Тамара воскреснет и опять станет покровительницей и царицей грузинского народа, потому что во времена ее правления был расцвет и письменности, и все войны, которые вела Грузия в то время под ее мудрым руководством, она не только была правительницей, но еще и военачальницей. Вот в те времена сложился грузинский язык, и Шота Руставели написал лучшие свои произведения, то есть благодаря поддержке царственной инокини, ну тогда еще царицы. Давид Возобновитель или Давид IV строил этот комплекс как дворец, и помимо монашества еще здесь помещалась и дружина. Во времена царицы Тамары здесь был устроен мужской монастырь, вот почему царственная инокиня, возможно, не выходила на храм, а именно молилась отдельно. И кроме иноков здесь еще находилось войско. Свыше 600 помещений имеет этот дворец, этот комплекс. Как его назвать? Или город, или крепость, или монастырь. То есть все вместе, все функции. Здесь и резиденция царя, здесь и войско, и монастырь. Такая уникальная святыня, Вардзийский монастырь. Сейчас здесь монастырь мужской. Слезы святой Тамары. Он был с начала монастыря. Вода появилась на том месте, где святая царица молилась. Было 11 этажей.
Сейчас в монастыре подвязаться 10 человек, 5 монашествующих и 5 послушников. Чтобы лучше понять характер аскетической жизни в этом монастыре, приведу такой интересный факт. На территории монастыря нет туалета, даже для братьев. И поэтому приходится целый километр ходить по необходимости за границу монастыря. Вот какой характер имеет жизнь, такая внутренняя жизнь, бытовая жизнь, живущие здесь братья. И здесь было как маленькая деревня для варди, где работали. Здесь не жили монахи, здесь просто простые люди жили. Простые люди, да. И называется она Наури. Это, Наури, да? Да, Наури, да. Так, ну, приходской храм для жителей, которые жили неподалеку от монастыря. То есть, получается, они жили совсем рядом, да, с монастырем? Да. И помогали монахам. Помогали монастырю. Да, да. Ну, как у нас в Великорецком, тоже живут рядом, помогают. Послушание, ты в храме помогаешь, да? А, да. Людям рассказываешь. Ну, наверное, англоязычные приезжают, то ты им тоже рассказываешь о монастыре, о святыне, да? Просит тебя? Английский хорошо? Английский, да. Да. Лучше. Лучше, сейчас лучше, чем русский. Учиться по-русски тоже хорошо, чтобы разобрать. Почему английский ты откуда? Русский, Оля. Учился в Америке. В колледже. А ты грузин или? Я грузин, да. Молитвенник. Или почему? Я ходил. Что-то, ты не взялся? Бизнес-менеджмент научиться. Ну, потом изменил, что-то изменилось. Пришел мы на всех. А что случилось? Бог показал мне дорогу. Интересен такой факт, что когда Георгий III здесь строил укрепление, чтобы защищать эту долину, поскольку она служила дорогой для турок, которые проникали через эту долину в Грузию. Вот здесь была его резиденция, и однажды царица Тамара, еще будучи отроковицей, может, даже девочкой совсем, играла со своим дядей в прятки. И вот она спряталась, что он долго не мог ее найти. Дядя обеспокоился, стал искать ее. И вот она выходит и говорит: «Я здесь, дядя. Вар Зия», по-грузински. То есть название этого места, вот от этого словосочетания «Я здесь, дядя». Интересная такая история на происхождение.